Встаю утром. Ролик попадается в телеге. Майор Макеев звонит украинке. Я даже с утра как бы даже не поняла, о чем речь. А потом, когда поняла, охуела. Украинка где-то в каких-то соцсетях высказала, что войсковый, когда умирает, и когда отрезают голову ему, не должен разговаривать по-русски. И вообще не должен выглядеть жалко. Он должен достойно как бы держать речь. Слава Украине! И майор Макеев спросил у этой украинки, как бы, дайте нам список слов, с которыми вы разрешаете умирать. Ну, в данном случае, вот, когда голову тебя отрезают, какие слова достойны настоящего украинца? И в этом месте, я не знаю, она так и ушла от ответа. Ну, то есть, как бы, только слава Украине. Вот тебе режут голову, и он такой, все, слава Украине. Еще несколько раз ножом сделали, опять вот последние слова. Я в шоке. Вот мне даже интересно, вот это ж, у меня даже нету вот как бы, куда это у нее мозги ушли. Человек погиб, защищая ее родину. Перенес страдания, я не знаю, как Иисус Христос. А ты сидишь у себя вольготно, вышла в интернет, написала много букв, и получилась хуйня. Вот он что, ради этой хуйни, что ли, умер? Скажите мне. Правильная, щира украинка.